Что мешает людям начать заниматься фитнесом? Отсутствие времени, денег, модной униформы или фитнес-центра поблизости? Люди придумывают массу убедительных отговоров, но в большинстве своем существует только одна причина, и называется она лень. Задача компании была напомнить людям об их физической форме. В крупных магазинах одежды, в примерочных комнатах, там, где люди могут разглядеть себя со всех сторон, мы установили зеркала, которые увеличивают отражение. В результате люди визуально казались намного полнее. Сообщение, нанесенное на зеркале, заставляло людей задуматься об их физическом состоянии. Слоган рекламной кампании призывал заниматься фитнесом и не откладывая это решение на потом.